Спрашивал я по поводу того, за что мы требуем моральный ущерб, да? Ну, как минимум, потому что вызывали глупые вопросы, почему мы покупали два гроба в один день, и что у нас было на столе, на меню, да? Чтобы вы понимали, для нас это не просто утрата, которая потеряли мы семью. У нас прекратился род. Больше торчатских просто нет. Ну, в ходе следствия всего этих разбирательств, 2 года, все находятся в напряжении. Ну, вся семья, вся родня. Хождение было у моего брата ежедневно. Его работа именно и заключалась в том, что ездить каждый день. Опыт был колоссальный, ну, потрясающий. Он был ас. Он закончил автодорожную школу. Он машину, мало того, что он не ремонтировал, когда что-то ломалось. Он менял по срокам все. Настолько он был ответственным человеком. Это не потому, что мой брат, а просто он такой человек. Я хочу, чтобы вы сидели. И по этому сроку 10 лет. Было больше, хотела бы больше. Потому что ваш срок закончится. Наше наказание никогда. Я хочу, чтобы то, что я предназначен по закону. Я хочу по закону. Да. Я против той милиции, не только той милиции. А я и простил. Марко, ви говорите, він через років лишається. Я хочу, щоб ви відповіли по закону. Ви порушили правила, не пішли і не визнали свої провини. Навіть не побачили. Навіть не пішли на цей крок, ну, на контакт з нами, щоб якісь, може, ми до вас якось лояльно віднеслися ми. Я хочу, щоб ви відповіли і сиділи по закону максимально срок. Скільки треба, більше, менше, для менше. Все. Ситуація, понимаєте, я прийшла сюди, я думала, що людина, яка скоїла цей злочин, вона може щось зробити для цього, або попросити вибачення в нас, хоча б то не вибачиться, там в душі буде кипіти, там буде горіти все, розумієте? Я навіть, всі дивувалися, я навіть казала, в нього 2 діточок, в нього жінка, і в нього батьки є, які б мене не були, ті батьки, старші, молодші. Я це все розуміла прекрасно, ви розумієте? А діло в тому, що після того, як він навіть не прийшов, не повибачився, в мене все пропало, розумієте? Я хочу так само, як і всі, щоб він сидів.